Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Алина. А тебя? Сашечка. Друзья, вот сейчас мы приехали в семью, которая нуждается в нашей помощи. Дело в том, что ребенку нужна операция. Операция в каком городе? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. А стоимость ее? От 65 тысяч до 900. Все в зависимости от реабилитационного периода. Он как бы очень дорого стоит. Ну, минимально от 65 тысяч до 900. Дело в том, что Алина не собирает деньги, знаете, там, каким образом, вот дайте мне деньги, а там это. Она просит оплатить счет. Сколько счет, на счет, на сколько выписан? Ну, вот от 65, оно так и есть, до 900. Все просто в зависимости, как будет проходить реабилитационный период. Потому что может быть, ну, как бы в хорошем случае, осложнение. Как бы точно они не могут сказать, потому что все зависит, как пройдет операция. Ну, то есть, вам необходимо хотя бы начальную сумму для оплаты счета, да, и чтобы его перевести в Санкт-Петербург и там дальше сделать хотя бы начальную операцию, да? Да, И что это за операция? Операция нам нужно, получается, нам вот сейчас поменяли кардиостимулятор, как бы уже третий за наши 5 лет. Почему так часто? Потому что у нас проблема идет с электродами, с проводами. И так как их уже ставили 5 лет назад, они короткие. Сейчас все зависит от того, как он будет расти. Ну да, то есть растет ребенок, растет сердце. И нужен третий этап по сердцу, операция фонтена. То есть у нас было предыдущие 2 операции, и то есть как бы с этим пороком, но нужен нам третий этап операции, это операция фонтена. И вот сейчас, дорогие... И замена вот карты этих электродов. Дорогие друзья, я выставлю счет, а также... У вас есть карточки, да, свои? Конечно. Да, выставлю карточки именно Алины для того, чтобы помочь ребенку. Если кто может, помогите. Буду очень сильно благодарна, потому что как бы сейчас время идет, ну, действительно... У Алины умер муж, да? Да, умер в 17 году. Он служил, но умер, ну, у него просто как бы тромб оторвался. Он только буквально ушел недавно со службы. Месяц как не служил. Ну, как-то вот вышел к отцу, пошел домой утром, и через некоторое время мне позвонили. И вы остались позвонили. Совершенно одни с ребенком. Да. У меня еще дочка есть, она сейчас у свекрови, уже Саша по больницам как-то, а он ей в первый класс, она помогает мне, занимается ей. Вот. Не плачь, я думаю, все будет хорошо. Будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет, да? Благодарю. Будет, да. Хорошо. Любую оказанную помощь.